Общественная комиссия проверила ход работ по благоустройству дворовых территорий. Специалисты оценили качество нового асфальтового покрытия, которое появилось сразу по нескольким адресам в Уссурийске. Был организован выезд по приемке дворовых территорий. Было обозначено 4 адреса, из которых все приняты, нареканий не имеется, жители довольны. На всех придомовых территориях уложено дорожное покрытие и установлен бордюрный камень. Скоро здесь появятся и детские спортивные площадки. Работы по их монтажу идут полным ходом. Двор по адресу Раздольная, 10 уже серьезно изменился. Убрали старый асфальт, расширили дорогу, проезжую часть. Парковку сделали с нуля. То есть там была зеленая зона, не было никогда там парковки. 300 квадратов парковки появилось внутри. Мы, конечно, сейчас очень довольны, что нам сделали хорошую дорогу, хороший проезд, нормальный, что две машины могут проходить, одна стоять, другая ехать. И плюс нам сделали на свободной территории, где у нас просто трава росла, сделали стоянку для машин. На улице Беляева, 38, придомовая территория тоже преобразилась. Здесь уложили 200 тонн асфальтобетона и более 200 метров бордюрного камня. Подрядчик объясняет, что самой большой сложностью в этом дворе было соблюсти уклоны. Каждый метр приходилось тщательно вымерять, чтобы вода уходила с придомовой территории в нужном направлении. Был-то асфальт уже у нас пришел в негодность, очень большие ямы были. Большая очень сейчас у нас будет парковочная стоянка. Стоянка у нас была не асфальтирована, была маленькая. Все асфальтировано, все сделано, молодцы. Изменились также дворы на Кирова, 37 и Октябрьской, 5. Напомним, что благоустройство идет в рамках федеральной программы «1000 дворов Дальнего Востока». Сейчас работы завершены только по асфальтированию. Окончательно территория преобразится после установки детских площадок. В общей сложности 80 дворов в этом году обретут новый облик. Николай Ларченко, Телемикс.